Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня быстрые оладушки сделаем на кефире. У меня 200 грамм муки, мука просеянная. Значит, в муку я добавляю разрыхлителя 8 грамм. И ванильный сахар пачечку. А если ванильки, то буквально 1 грамм, даже меньше. Так, сахар 2 столовые ложки или 50 грамм. Соль 1 треть чайной ложечки, да? У нас кефир 250 миллилитров. И вот здесь одно яйцо. Яйцо, конечно, надо немножечко разбить. И тоже сюда выливаем. Также кефир. Кефир теплый должен быть. Я его подогрела. И замешиваем такое тесто. И вот такое тесточко у нас должно получиться. Видите, на оладушке. Далее мы берем яблочки и будем вот так вот их разрезать на такие вот пластиночки. Нож я взяла короткий, надо длиннее взять. Далее что я делаю? Значит, я обрезаю шкурку. Вот так. Шкурка пойдет потом на компот или куда. И вырезаю серединку. И вот такие кольца я делаю. Видите, здесь немножко толстые. Но надо... Сейчас большой нож возьму, и вот тогда будут они равномерные. Вот такие колечки делаем. И вот, когда у нас масло нагрелось, вы видите, у меня уже один оладушек. Я тесто выкладываю на сковородочку и вот так прижимаю. Видите? И так делаю остальные оладушки. И прижимаю. Вот с таким у нас. Такие будут с яблоком. Здесь я вижу, уже оно можно переворачивать. Видите, как хорошо. И так далее. И вот такие красавицы оладушки получаются. Видите, яблочко там видно. Интересные, привлекательные, и хочется их скушать. Обязательно вот надо что-то новенькое готовить. И обязательно на умеренном огне, не на сильном. Вот здесь я покажу, даже вот здесь вот поломалось, да, яблочко. Ну ничего, все нормально. Где-то там не так получилось, но все равно вкус яблока и тесточка очень вкусные, очень нежные. Приятного аппетита, удачи вам, готовьте с удовольствием и радуйте своих близких.